Блогерша узнала, что с собой в сумке носит полицейский. Интересные вещи. Маша Батик, львовская блогерша, которая останавливает людей на улицах и просит показать, что они носят с собой в сумочках. А вот что носит с собой полицейский, рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на инстаграм страницу блогерши, находящейся в сумке полицейского. Молодая блогер Маша Батик встречает прохожих на улицах Львова и просит показать, что они носят в своих сумках. У девушки даже есть специальная белая подставка для того, чтобы ее героям было удобнее показать, что они носят с собой, а зрители более ясно это увидели. Этот формат довольно интересен, ведь в ее объектив часто попадают и звезды. Девушка уже узнала, что с собой носят, Меловин, Мама Рика, Андрей Джиджула, Парфиниик, Лот, Ксюша Манекен и другие звезды украинского шоу-бизнеса. Но поскольку Мария интересуется этим только у звезд, то в ее объектив часто попадают и обычные люди и представители незвездных профессий. На этот раз блоггерцы посчастливилось встретить на улице полицейских, и один из них охотно рассказал, что носит в своей сумке. В кадр Марии попал молодой полицейский, который не сконфузился и не только назвал вещи, которые носит с собой, но и рассказал, кем именно он работает, с какого возраста и какие его дальнейшие планы. Итак, в сумке сотрудника полиции оказались шевроны. Он сказал, что их два. Погоны, демонстрирующие его звание рядового курсанта. Также у парня в сумке можно заметить проволочные наушники белого цвета, которые он зажег в камеры, когда просматривал, что там у него есть. Как оказалось, парень уже три года работает в полиции и сказал, что он обязательно свяжет свое будущее со сферой правоохранительных органов, потому что он близок, а вот самой большой целью в жизни молодого милиционера оказалось, дожить до 45 лет и спокойно уйти на пенсию. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм публикация от Маша Батик, собака Маша нижние подчеркивание Батик, раньше мы рассказывали, что с собой в сумочке носит меловин. Также читайте наш материал о том, что блогер показала, что носят в сумочках украинские звезды.